Обладательницам невысокого роста стоит избегать горизонтальных линий в одежде, а также яркого контраста цвета наряда с оттенком кожи. Например, сочетание короткого темного платья и укороченных ботильонов без использования темных плотных колгот может сделать вас зрительно еще ниже и визуально уменьшить длину ног. Также стилисты не советуют миниатюрным дамам носить юбки и платья длиной ниже колена с обувью на низком ходу. Еще один вариант немножечко, скажем так, укоротить себе рост – это использование всевозможных ремней и поясов, особенно если они будут контрастны основному цвету одежды. Низкая обувь, обувь без каблука, обувь на низком каблуке – все это также будет, скажем так, наш рост уменьшать. Стать визуально выше поможет создание так называемой цветовой вертикали с помощью сочетания нескольких предметов гардероба в одном цвете. Это может быть одного цвета обувь, цвет колгот, либо, например, брюки, юбка, либо платье. За счет того, что цвет будет один, создастся эффект чуть вытянутого роста. Длинные платья и длинные юбки увеличат рост. Создание эффекта вертикали за счет использования кардигана с контрастного цвета топом. Зрительно добавят роста модели одежды с длиной макси, а также вертикальным принтом. Главный помощник невысоких девушек – каблук и его вариация в виде танкетки. При этом колодка должна быть удобной, так как ходить в такой обуви миниатюрные девушки предпочитают целый день.